Центральный район Сочи считается полностью газифицированным, но этот переулок до сих пор оставался без голубого топлива. Здесь всего 5 одноэтажных многоквартирных домов. Все они муниципальны, и, к слову сказать, в них живут в основном коренные сочинцы. Семья Ольги и Александра Лысых живет в этом доме без малого 40 лет. Особенно тяжело было зимой. Отопление печное. На приготовление обеда на электроплите уходило чуть ли не полдня. За электричество приходилось платить около 3000 в месяц. Подключение газа здесь ждали почти 2 года. Приобрели все необходимое оборудование, смонтировали отопительную систему, купили печь. Теперь все коммунальные проблемы позади. В дома начало поступать голубое топливо. Мы даже и не ожидали, что нам включат газ. И когда нам сказали, несите печку, она у нас была в подвале, мы ее здесь и не ставили на кухню. Мы принесли ее, и вдруг нам подключают и говорят, ну проверяйте, газ мы вам дали. Мы не могли поверить, честно говоря. Я от волнения просто даже и ночь спать не могла. Поздравить жителей с подключением газа пришел и глава города Анатолий Пахомов. В подарок принес чайник и первым включил новую плиту в доме семьи Лысых. Мне остается только вас поздравить. Вы радуетесь, что у вас появился газ. Тем более, конечно, было обидно, что в центре давным-давно уже газ есть, а вы тут рядышком, и не получалось никак. Поэтому я радуюсь вместе с вами. Специалисты объясняют, с прокладкой газовой магистрали было немало сложностей. Приходилось вносить изменения в документацию, заказывать новые экспертизы. Несмотря там на все перипетии, которые случались с этим объектом, вот мы как раз тянули газ в то время, когда разбирали очистные сооружения. Здесь много очень новых зданий, все это приходилось обходить. В итоге газ пришел к людям, к сочинцам. На газификацию переулка Заводского муниципалитет потратил порядка 2 миллионов рублей. А с сентября, как обещают власти, голубое топливо начнут получать сразу в нескольких микрорайонах и населенных пунктах курорта. В поселке Солоники, в селе Богушевка, на улицах Джапаридзе или Селидзе. А переулок Тамбовский начнет поступать газ уже к концу года. Восстанавливают газопровод, разрушенный оползнем и на улице Шаумяна. После этого предстоит газифицировать и более крупные объекты в Лао и Вардане. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.